Возьмите. Проезд бесплатный, бабок, сегодня. Проезд бесплатный сегодня. Читайте объявление. Ой, не вижу. Практически каждый, кто заходит в этот автобус, не верит своим глазам. Сегодня водитель не берет деньги за проезд, отказывается принимать наличные и карты, возит абсолютно всех бесплатно. Многие не верят, возьмите, возьмите, уговаривают даже. Я уже думаю, к вечеру его бить начнут, чтобы за проезд брал. У вас язык еще не устал, говорит, что все? Ну уже да, поднадоело немножко. Спасибо большое. Люди читают и не верят в это. Бесплатно. Да вы что? А причина проста. Курбан-Байрам – главный праздник ислама и мусульман. Сегодня проезд бесплатный. Да? Да. Почему? Через праздник Курбан-Байрам, мусульманский праздник. Ой, спасибо. От мусульман нашего города, Энгельса, проводится акция. Спасибо, это вам. Можете даже несколько раз в день кататься по делам. Да. 17 июня, во второй день празднования Курбан-Байрама, представители соборной мечети города Энгельса и мечети Абу-Ханифа преподнесли горожанам подарок, оплатив работу двух автобусов маршрута номер 25 и номер 208, одних из самых протяженных в городе. Пассажиры были приятно удивлены такому вниманию в день великого праздника. Спасибо. Здоровья. Благополучие, семье. Но... Спасибо, и вам тоже дай Бог здоровья. Очень неожиданно, очень приятно. Я был приятно удивлен, что в Энгельсе не забывают об этом празднике. Вот такую акцию хорошую устроили. Ну, мне понравилось. И вот это даст возможность большим людям узнать, вот там мусульман, что существуют такие праздники. Акции хорошие проводят. Спасибо. Это вам спасибо. Пассажиры рады, у всех хорошее настроение. Не меньше рады водители автобусов, которые бесплатно возят жителей и гостей Энгельса. Причем уже второй раз в году. Ранее такая акция состоялась в первый день месяца Рамадан. Попадали, да, они говорят, вот тот раз тоже, говорят, возили. Я одна сегодня даже такая, говорит, я, говорит, еще раз с вами обратно поеду. Говорит, вот на целый день, у нас акция на целый день. Радуешься людям, потому что люди радуются, и тебе приятно тоже, потому что люди... Они говорят, почаще, ну, чтобы подобрее друг другу, уже отношение другое будет, как бы, да. Как бы у нас сейчас время такое, люди как бы уже по-другому относятся друг к другу. Ну, надо вот это все организовать, уже акции, вот это все, людей приближать, они как бы подобрее становятся друг к другу. Отношение уже совсем другое. В дни Курбан-Байрама бесплатные автобусы также курсировали в двух городах Саратовской области – в Балашове и Ершове. Пассажиры протяженных городских маршрутов благодарили мусульман за такой подарок.